Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Уолтер Фредерик Руб Тиндейл. Британский художник, акварелист, пейзажи, архитектуры и уличных сцен, книжный иллюстратор и автор путешествий. Тиндейл родился в 1855 году, вырос в средневековом городе Брюгге в Бельгии и первоначально обучался в Академии искусств Брюгге. Когда ему было 16 лет, его семья вернулась в Англию, и в возрасте 18 лет он вернулся в Бельгию. Сначала изучал искусство в Академии в Антверпене, затем переехал в Париж, где учился у Леона Бона и Яна ван Бирса. В 1870-х годах, в возрасте 21 года, обстоятельства вынудили его вернуться в Англию, чтобы зарабатывать на жизнь своим искусством. Он писал портреты, жанровые работы маслом, там же и женился на мисс Эвелин Доротея Бернат. Примерно до 1890 года он был известен в основном как художник-портретист, но затем переехал в Халсмер, Сурии, начал преподавать искусство и переключился на акварельную живопись. В Португалии провел успешную выставку в Порту, рисовал в Англии, Марокко, Тунисе, Египте, Ливане, Сирии, Сицилии, Италии, Ранбу, Баварии. Тиндейл был одним из первых иллюстраторов, воспользовавшихся новыми разработками в области цветной печати в начале 20 века, что привело к резкому росту спроса на иллюстрации для книг о путешествиях. Он написал и проиллюстрировал несколько томов, а также предоставил рисунки для других авторов. Тиндейл был членом Королевского института художников-акварелистов, одним из основателей Халсмерского художественного общества и президентов последнего. На его творчество главным образом повлиял его друг, акварелист Клод Хейс. Тиндейл оставил 3 объемных дневника, в которых он записывал свои путешествия, включая переписку с друзьями и семьей, открытки, фотографии и несколько автопортретов. Умер в 1943 году. Вот так вот немного о Уолтере Фредерике Руб Тиндейл, британском художнике-акварелисте. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания.